звездное сияние. 1290 рублей за новинку. 87565. Номер лота. И ты знаешь, на самом деле, уже у нас девочки расхватали, вот наши сотрудницы, именно эту тунику себе на лето, на весну, вы знаете, потому что невероятной красоты. Вот честно вам скажу, может быть, экран не передает этой роскоши, но, честно говоря, настолько она тонкая, изысканная и при этом вот действительно универсальная вещь. Ну давайте, да, дизайнеры здесь действительно постарались. Но прежде всего, конечно, бросается в глаза необыкновенный принт, напоминающий какую-то вспышку где-то в созвездии, может быть, Ориона. И вокруг рассыпались вот такие красивые сверкающие звезды. У нас, кстати, несколько цветов присутствуют. Сейчас мы с тобой рассматриваем черный вариант. Вот посмотрите, такой на контрасте с белым. Также у нас присутствует очень оригинальный, вот такой интересный, с добавлением нежной фуксии, темно-синий вариант. И, по-моему, у нас присутствует третий цвет, если мне не изменяет память. Совсем скоро он у нас появится. Все правильно. Розовый, синий и черные цвета у нас сегодня присутствуют. И посмотри, как играют стразы, да? Они действительно напоминают какое-то созвездие, легкое, таинственное мерцание. Ну, а теперь давайте поговорим о крое. Крой – это самое главное, что есть в нашей тунике. Потому что туника, конечно же, обладает нашим кроем. Летучая мышь. Вот я посмотрю, Люба, раскрыть ручки чуть-чуть. Посмотри, какой хороший у нас. А, вот он, полет. Посмотри, как какая здорово! Свобода. Идеальная, конечно, посадка. Абсолютно идеальная посадка. Причем у нас опять присутствует маслянистая ткань. Здесь основа у нас лавсан. Именно она позволяет создать такую идеальную драпировку. Как сделала Люба такую драпировку? Дело в том, что в подарок к нашей блузе, ой, к нашей тунике, есть вот такой пояс, и вот из такой же ткани, да, вот он идет. И два хлястика, которые позволяют его надежно зафиксировать. Но чем хорошо наше изделие? Что хлястики у нас тоже очень пластичные. И мы можем спокойно заменить вот этот пояс, ну, на тоненький кожаный, например, какой-то, или цепочку. То есть, опять же, ваша фантазия абсолютно безгранична. Наша туника удлиненного кроя. Вот сейчас Люба надела на себя 52 размер при своем 50-м. Легкий оверсайз здесь допустим, даже не легкий, можно на два размера. А у нас как раз стройный размер у нас 52 по 56. То есть опять мы говорим с тобой о едином размере. Это one size у нас идет такой. Так вот, посмотри, при нашем one size опускаем опять сантиметр и получаем, что наша туника, это уже в собранном виде, она получила 69 сантиметров. Но это Люба подсобрала. Если она отпустит, у нас будет полноценных 72. То есть, опять, а мы сейчас на Ульяне это и покажем. Вот посмотри, в любой вариации с поясом или без пояса ягодицы полностью прикрыты. Абсолютно. Посмотри, как красиво это смотрится. Ведь также у нас получается, хорошо смотрится как с брюками, так же идеально смотрелось и с блузами. Совершенно с юбками, простите. Ты знаешь, ну настолько действительно идеальный вариант. Вот я еще раз говорю, что наши сотрудницы расхватали себе уже эту блузу, потому что вот кто-то может заправить в юбку, кто-то заправить в брюки, кто-то носить на выпуск с поясом, без. Но настоящая туника, которая будет служить вам действительно верой и правдой и будет в вашем гардеробе любимой вещью. 1290 рублей. Сегодня я буду акцентировать внимание на цену. Почему? Потому что такая туника будет в обычном магазине, в торговом центре, стоит 4,5-5 тысяч. Наша первоначальная цена была 3000 рублей, и мы ее снизили. Ниже цены, чем у нас, больше нигде не будет. Мы единый центр распродаж, мы телеканал Дисконт. Звоните прямо сейчас. У нас уже в синем цвете есть ограничение. 1290 рублей. 87565 номер лота. Звоните, заказывайте прямо сейчас. Слушай, ну а давай все-таки еще поговорим. Оверсайз. То есть действительно сядет на любую фигуру. Если богатый бюст, идеально растянется. Абсолютно, да? Идеально. Бедра тоже. Да, единый размер у нас присутствует, потому что у нас стройный там такой размер. Получается, три размера у нас как наличие. Но это идет как единый размер. Посмотри, какая она пластичная. Легкая, маслянистая ткань. Идеально драпируется. Причем и заведомо лекало сделано специально. Вот таким свободным силуэтом. Свободным, который мы всегда можем подчеркнуть поясом. Чем еще примечательна наша туника? Именно состав. Состав вискоза, лавсан и лайкра. Идеальное трио, которое позволяет носить нашу тунику как зимой. Вот сейчас мы спокойно можем под куртки, вот которая у нас с тобой была, куртка идеальная, что подойдет. Конечно. Спокойно носить. И летом тоже придаст нам идеальное прохладное ощущение. Вот это действительно очень здорово. Ну а самое главное, что она абсолютно не мнется. Вот я хочу показать. Вот это действительно здорово. Вот казалось бы, такое красивое созвездие у нас, да? Вот что же с ним будет, ведь оно, кто-то подумает, за ним очень бережный уход. Посмотри, вот в такой комок я сжал нашу тунику, отпустил, и посмотри, никакой, ни малейшей складки. А это ведь очень здорово, это тренд 2018 года. Не только такая красота и стилистика, но и, конечно же, невероятная практичность. Как стирать такое изделие? Я рекомендую, учитывая, что преобладают здесь лавсановые волокна, использовать температуру до 30 градусов, чтобы наш лавсан дарил вам свои приятные ощущения на протяжении многих лет. Слушай, ну необыкновенно, правда, струящаяся ткань. Настолько здорово иметь такую тунику в своем гардеробе. Ведь правда, вот с любым свитером, да, с любой накидкой.
жилетка или кофта, и поддел идеально смотрится. Чуть жарче стало, вы кофту скинули, и вы уже смотритесь на работе просто как конфетка. Но на самом деле, и ведь выйти погулять элементарно, да, обычно на каждый день такая туника тоже подойдет. А выйти куда-то в люди. Чуть-чуть, вот буквально, да, взял клатч в руки, и вы уже можете идти на какую-то практику. Но настолько универсальная вещь, я от нее в восторге. Так же, как я еще раз повторяю, и все наши девочки, они уже все себе расхватали разные цвета, 1290 рублей, и это чудо, туника, звездное сияние уже ваше. Ты сказал, ухаживать удобно, да? Стразики у нас не отлетают. Не отлетают, прикрепление у нас идет благодаря высоким температурам, это технология Hotfix.